когда-нибудь влюблялась вообще? Да, ты. Да. И как тебе? Ну, это было... Давно? Очень давно. Это, блядь, это было, наверное, лет 15-16. И, представь, это самое жесткое хуйня было то, что это была безответная любовь. Ну, представь, что-то понимала примерно, что я делал, когда влюбился. Я зашел на все аккаунты, которые ее пролайкались, на все фотографии. И смотрел, то есть, кто с Гоблина, кто нет. Я помню, была такая хуйня, что следил. Была первая любовь? Да. Я больше не люблю, почему-то.